Недавно вступила в строй автоматическая поточная линия Сукозевского леспромхоза. Давно ушел в прошлое ручной труд, как ушло то, о чем большевистская правда писала в 1913 году. Бьются рабочие месяцы, годы, чтобы заработать гроши на семью. Вся семья с раннего утра до позднего вечера, а иногда и ночью трудится. Силы и здоровье растрачиваются, а жизнь не улучшается. Так жили те, кто добывал главное богатство Карелии – зеленое золото. Вот, грузит его сейчас в Стемском порту. И поплывет наш Карельский лес по морям в Англию и Швецию, на Кубу и в Объединенную Арабскую Республику и в другие зарубежные страны.